Лучше, чтобы везде все было чуть-чуть похуже, но у вас было пространство, чтобы сесть и придумать, как вам радикально повысить уровень вашей жизни. Если вы прямо сейчас, на данной стадии, будете все делать безупречно, безупречно убираться, безупречно тренироваться, еще что-то, это будет бесконечная гонка белки в колесе, которая закончится тем, что через 5, 10, 15 лет вы будете абсолютно обесточены, абсолютно обессилены, без амбиций, без желаний. Пока вы занимаетесь обслуживанием того образа жизни, который у вас есть, вы лишаете себя пространства для создания стратегии на выход на совершенно новый уровень жизни, где все то, чем вы занимаетесь, это естественно и побочно.